Посетители баров и ресторанов нередко тратят время на проверку почты, отправку сообщений или пролистывание новостной ленты социальных сетей в своих телефонах. Но не в этом баре, который расположен в городе Брайтон на южном побережье Англии. Здесь при помощи технологий гостей лишают возможности принимать звонки или проверять обновления онлайн. Владелец бара говорит, что в его заведении посетители вдохновляют на общение без помех. Помогает в этом так называемый щит Фарадея – металлическая клетка, в которую помещен бар. Щит Фарадея – это жестяная коробка, которая не дает сигналам заходить внутрь. Блокировать сигналы незаконно, но останавливать их можно. Я просто хочу, чтобы посетители провели вечер без постоянных звонков. Вместо того, чтобы просить их не пользоваться телефонами, мы просто блокируем их телефоны. Думаю, это потрясающая идея. Давайте говорить честно. Мы слишком много времени посвящаем своим телефонам. Щит Фарадея похоже на отличную идею, которая заставит людей общаться лично с теми людьми, с которыми они пришли в бар. Законодательство в отношении блокирования телефонов в Европе достаточно жесткое. Заглушать сигнал при помощи электронного оборудования незаконно. Но щит Фарадея – это всего лишь металлическая клетка. Щит Фарадея балансирует на грани законного и незаконного. Некоторые рестораны используют его, но только в определенных частях. В других зонах мобильные работают. Они встраивают сетку в определенные части здания. Но это спорный вопрос, законно это или нет. Щит Фарадея был изобретен еще в 1836 году. И этот бар не единственный в мире, который решил воспользоваться такой технологией, чтобы вдохновлять людей хоть на время забывать про телефоны и просто общаться с окружающими.